Васики. Не, ну ДК я могу убить. ДК убивается. Пал его. Не могу. Давай, давай. Засуманьте меня только. Да, засуманьте. Всякое это мем ходячий. Ты забыл, генерал всяко. Генерал Джао развязал войну. Что вам еще делать-то? Меня инвайтите. Слышь, Ярик. Сейчас эти волосы. Ну, вот есть одна незадачка. У меня всего 20. О, привет, мой генерал. Адмирал Джава. У меня всего 20 колд. Штаны пропил. Я не хочу быть зрителем, я хочу слить. Я тебе скину, Тяка. Пропустите его, я за него потом скину. О. Помедленнее, я записываю. А что там, протопал опять, да? Тот же? Ууу, Пилар! Что будет? Пацаны, как думаете, стата вот на арене 1-1, 18 на 46, это нормально? Это идеально. Ну ладно, я стараюсь. Гениальная стата. Это сколько рейтинга? 20? 805. Нет, там, короче, когда у тебя мало рейтинга, тебя не снимают за поражение почти. А, там, да, до 1400 или до какого-то такого не снимают. У меня 805 рейта, и я ненавижу Энху. Они вот ставят своих собачек и идут кушать плов. У тебя тетрадь смерти теперь есть. Ты туда записываешь Энхи все, ДК. Да, я вот записываю Энхи, ДК и ШП. Все, больше никого не будет. Лёха. Гарда. Что ты будешь делать с ДКшником, который почти фул 213-й? Серьезно? Я просто ливаю и все. Ебать. Это жестко. Пусть ДК воздух побьет, я не знаю. Вы про меня, что ли, говорите? Не, что, мы вообще их выгоним с арены, пусть за арены дерутся. У меня не весь 10-13 же, у меня всего три шмотки. А, перчатки, пояс, сапоги, нонсет, блин, да он у всех уже есть, наверное, нонсет.
У меня кольцо 200-е обычное, типа, синее. Я как бы вообще без БП-шмот, так что... Шея. Да сейчас я подеремся, нормально. Да не, я 1-1 не умею играть нормально. Я только на арене всю жизнь играю. О, пилары есть. Вроде можно. О, тут, кстати, лок есть. О, сейчас одна маленькая проблема. Здесь дуэли запрещены, ребят. Почему? Ну, по идее, если мы... А если с пати мы выйдем, то можно драться с тобой, да? Ну, я ренегат, я могу. Я могу как-то на все. Все, я придумал. Да. Так, киньте. Да, можно просто... Просто ко мне ренегату будут... Короче, я ренегат, я буду добавлять одного в пати, и он может бить другого. Так, это угнетание про орку. А что ты так умер быстро? Так, слушай. Удар в спину троги и мегалоду накидал. А я думал, уже началась игра. Не, ну прекрасно. 2 минуты ждать. А если кто-то, поднимите его, если кто-то может. Сори, чек. Я туда сейчас кину. Сейчас еще я подлечу тоже буду. Рейс у него приз. Я обиделся. Я иду домой. А чё, как будет это проходить? Сетка. Ну, логично, давайте начинать. Да ну, это долго реально, зачем? А, это прод, да? Помогите. Да, я здесь. Блин. Так. Блин, я вообще не привычен с таким. Ликс и все остальное. Имейте совесть, а? Единственная проблема, знаете, в чем? У вас КД будет долго идти. Дуэль же сразу откатывает. Вон, пусть второй ДК дерется, я посмотрю, что там. Пусть Лакрим или кто там с ним башится. Киньте группу, пожалуйста, чтобы вот эти вот петушки успокоились. Да. Особенно Роги. Вот особенно Роги. У Ризвана предлагают петушки, неадекватный человек. Лёха, успокойся. Это не я был. Ну, всем надо взлететь, как я понимаю. Это всем ты, надо так и так, Ризван. Тихона. Во, давай, ну давай. Паладин, где паладин? Вот так серьезно, начните летать, чтобы они на вас не пикались. Да, взлетите там табом, чтобы не доставало, это неудобно реально. Что вы делаете?
Тут еще Дементия, не знаю, долго будет, походу. Он ее схавает, где логика? Да, там 30 секунд, когда. Я могу анонсить КД, ну, игру вообще. Паладин не дает шака, у него, видимо, нет глифа, но... А, есть. Сам же избил глиф. У него есть бабл, он может нажать бабл спокойно сейчас. Хочешь вообще... Пацаны, я назначу награду за пана. Кто первый убьет, получит деньги. Ну, у пана нет КД, он может зафулиться, нажать винги и просто сейчас фул ХП себе поднять и на КД посадить ДК. У ДК сейчас зелень на КД, так что он сейчас впитает весь урон. Зоны нет и бафа нет. А он весь на КД, у него ничего нет, у него через 10 секунд откадышится зеленка. Ходж есть, он сейчас ходж, если даст, он пиздец, там зафулится у него. Нету. Блин, он должен был сейчас дать ходж винги и убить ДК мог. Зря он бабл нажал. Ходж нужен. Почему он до этого не стоял? У него есть стан, он не до этого. Да, есть, он у него давно. Мне кажется, он немного лучше. Я завис. О, минус серф. А. Да, можно сказать, что Пал победил. А на здесь, самом интересном. Они не здесь, что ли? Паладин и ДК. А. Всяко, за какие деньги будешь награду ставить? Чё? За какие деньги будешь награду назначать? Я ща напишу гему, он этого, гейммастеру, он мне скинет. Кому-кому? Гейммастеру? Да. Это кто? Главный паладин? Это тебе, Ярик. Это панацея. А, он гейммастер главный? Тогда. Сам видел же. Всякое. Панацея, ну, панацея тут? Будешь слышал это? Будешь запускать? Кого? Суккубу будешь вынуть спрятать теперь? Да, я уже понял как. Я уже 18 раз победил на арене 1-1. Я умею. Да. Я думаю, в Африке. На автомат ставят там. Правой кнопкой. Сюда. Ой, сюда. Это Суккуба. То есть я тут с ним дуэлюсь, сапаю его просто, Суккубу убиваю. И всяко не понимаю, что происходит. Да, не понимаю, если я это вижу. Так а смысл? Просто смотри, ты сапаешь Суккубу, начинаешь бить Лока, связующая с эта хрень, сбивает сап сразу же, связка. Так не-не-не, я наоборот, я тсяку, короче, сапнул. А, я понял. Ну да, это вообще бред. Типа, я такой думаю, а чё он вануиса не пускает? Думаю, ну ладно, убью. Сап убил, рестолся, опять сап. Ну да. Я рано или поздно стану лучшим локом на H4, так что... Серлок запустили. Да, я вижу. У нас весь статик ушел. Что, они переигрывать будут или что? Так, Пал выиграл. А, зачем? Ну, да, получается. У них еще и КДшки повешены. Подожди, он. Мы можем играть, короче, типа, пока у них КД уходит, другие играют, короче, и через раз, короче. Типа, как, ну, да, пошагово. Нет, тупо. Блин, почему тут дуэлит? Ну вот смотри, сейчас они сыграли, пусть следующую двойку играет. Они сыграют, эти сыграют, чтобы КД ждать, так слишком долго будет просто. Давай. Давайте я тоже сейчас... Там как идет? Я могу сейчас сыграть, да, с кем-то бой? ДК, Брейн. Сейчас посмотрим, там, кто бился-то, Лакрим с Паном. Ну сейчас они это, еще разок. У них, наверное, КД уже вышло так-то.
Бля, нифига себе, лаги жесткие. Ну сейчас сервер поднимется, минуты две надо. А, нет КД. Нет КД, пишется. Нет КД, ну пусть они дерутся. Сейчас минута пройдет как раз, отлагает сервер. Как готовы будут? Да, они готовы. Видел, как я похилил профессионально. Ты Тяку тоже дохилил. Да, я его от вас защищал. А давайте драться вот здесь, на клетке сверху. А тут нельзя, к сожалению. На клетке. А что, хорошее место? Не знаю, да. Не факт. Здесь... Когда... Нет, а, когда может, новые дуэли. Кидают, когда дуэли кидаешь новую, у тебя КД все опять. Да, так проще, кстати. Но здесь колонны есть, лучше здесь драться. И тут ровно. И когда? Это нету смысла. Да, можно так делать быстрее будет, на самом деле. А что, когда следующий турик? Нет, так не будет работать. У тебя откадешься. У тебя не будет кадешиться после доли. Все, что у тебя было. А чуваки, вот тут твоя... неплохая местность. Домики. Как колонна можно а узнать. А кто был на арене этой? Которая в пиратской бухте. Там что? Там а, они начали уже, да? Вон. Получается 1-0 пока что паладин ведет. Нет? Обнуляем, да? Окей. Да, в текстурах. Не, вон он. Три минуты, когда? Уже две. Может, постримить это? Я могу стрим врубить. Надо, чтобы кто-то начал, было интересно. Тут народ смотрит, но ничего не вдупляет, что происходит, наверное. Да. Сейчас я, короче, закину. Может... Ой, Dungeon Master, я же тебе был, типа, за демона, а то довольно часто почти шотного ставят. Но так мы же не за демона. Что-то какая-то странная это движуха, то, что ты кидаешь типа тряпки на тряпки, а латы с латы. Может, блин, надо было как-то больше рандома сделать. Ну что вы там? Диана, кажется, еще не ходит в школу, да? Да. Шипы с кем сейчас будет драться?
С локом? Дестер, да? Дестер против ШП. Ну, Диана, у нас приходит в школу, проверяет температуру. О, хочу видеть это. Может, научусь чему-то. Так. Да, это бессмысленно было юзать варлоку сразу же. Надо было в фулдотах подождать, когда он его задотает. ШП должен облизывать колонны, а не стоять на миду танковать. Все, он умрет сейчас. Ну, у него Shadow Fury нет, он ничего... А, убил. Неплохо. Там одна проблема, что рез 2 минуты, чуваки. Ты какая, не проблема, сейчас ДК и паладин дерутся. Сейчас же Алдека дерется, правильно? Пан против этого. Леха, ты. Пал и этот, наверное. Они же один бой только сыграли. Лакрим. Варлок в Дисе. Варлок не в Дисе. Ну да, справедливо. И даже текстур нет, да? Цена, блин, а где лосось кас, например? А, ну да, можно. Первый патч это... Я могу. Это УАЗик, да? Нет, это... УАЗ онлайн. Ой, офлайн. Против кого? Брейн. Да. А где кто? Я вот устаю. Ну охренеть, сразу против Роги, блин. Это же мой контр. Ну давай. Ну, скорее всего, да. А чё, кушать можно, нет? Ну, мне без разницы. Да нет, это слабенький рога. Можно, нет? Ну давай, можем. Так этот рог вообще не одетый, он ПВЕшер, лол. Ну вот в этом и проблема, если он ПВЕшер, ему нужно и быть фулл ПВЕ, чтобы убить меня. А у него там одна шмотка. Угу. Блин, серьезно, я его не спалил? Да, он уже... Да, второй ваниш. Нет, Личберн. Я Личберн захилился. Ну, блин, он сейчас будет ждать, что ли, кош и снова. Блин, ну это охренеть. Я тогда буду кушать, если это так будет. Кушай. Я же говорю, можно кушать. Кушай. Ну, проблема в том, что я КД отдал, чтобы поднять его. Но, блин.
Да, он кожу добрался. А, ну все, я выиграл. Как бы да. Да. Лёх, ты чё? Лёх! Ну, он мне один раз выбил, это зарешал. Второй бой, да? Нет, это... Всё, он придёт. Лиз, дай душек соберу. Нет, сладко, не хочется. Говорю, дай душек соберу. Я говорю, с латами не получится. Да, давай. А против кого? Лок? А, с Робом. А, вот это будет интересно. Ну, Варлок должен, по идее, встать на максимальный рендж от телепорта, потому что 6 ему он не достанет после телепорта. Не работает все равно. В дуэли не работает. Ну, Лок неправильно позиционирует. Ну, хотя нет, может... Блин, он вообще близко к телепорту стоит, это так бесполезно. Непонятно вообще. Почему он даже порчу ему не повесил? Странно. Ну, все. Все, стрела его повесит. Рок, по идее, должен был зажать кош со старту и просто шотнуть Лока, по идее. Тут можно, наверное, это сделать. Мне без разницы, можно и с латниками. Давай паладина, наверное. Сейчас, кто с кем? Мегалодон, маг? А, нифига себе. О, блин, его надо было глубоко на фул хп жать, когда тут подошел. Да, ну не хватит уже ничего. Все. Кто следующий? Ярик, зачем маги могут отражать каст? Что ты сказал только что? Ну, отбивать косты. Чем маги могут? Я заплюю. Чем, блядь, ракеткой для тенниса, нахуй. В смысле отбивать? Что ты имеешь в виду? Да, он, я не знаю, я ему уже 10 раз сказал, что нет рефлекта. Что он несет, Леха? Что он несет? Он говорит, что у мага есть рефлект. Имя, Леша, пожалуйста. Я ему говорю, что нету. Ну, чё? Так, типа, я был на ПГ, я играл против мага, я в него кинул хаосболт, хаосболт полетел обратно у меня. Да, давай. Че за лок?
Да, погнали. Он будет пса звать? Не знаю. Нет? Суку бы будет весело просто. В одну калитку игра. А, надо дуэль вызвать, блин. Куда он убегает? Не, я забыл. Вот, погнали. Давай еще. Давай еще. Погнали. Ну, типа, зря жизни потеряет. Лок Пэта где? Он не здесь. Так о чем в стороне стоит? Да, да, не надо защиты, это просто по фану. Давай. Идем? А, да, вижу. Полетели. Блин, с печатью света, странно. Бой еще даже не начался. Я поймал стан у него. Был ходж. Зеленкой. Но он с печатью света играет. Я сейчас он поменял, но я не могу ничего просто сделать. Это мне не пробить иначе никак. Не, что, с латниками не будет здесь. Ну, давай еще раз попробуем. Ну да. Ну да.
Какого чаку? Там молитва висит на нем. Это у твоих словах было пренебрежение ко мне, а? Ярик. Нет, я просто спросил, какого лока? Кого, Тяку, с вопросом? Да? Ну, я думал, ты один тут. Я думал, ты один тут лок. Кож был уже, кож был. Слишком рано саб дал в начале. Там молитвы висели, надо было дождаться молитвы. Ну давай, давай попробуем. А, да тут смысл играть, у челика тринки есть, типа, в смысле, смысл играть. Тут, по сути, любой, у кого есть тринкет, у меня... Ну, можно? Можно против лока? Я выигрываю, поэтому нет смысла даже с кем-то начинать. Против лока можно? Да, да. Забабуйнул просто. Я ошибся. Походу, лок не умеет проигрывать. Да не, просто потому, что это бредовая идея здесь драться на пустом месте. Не полосаешь, ничего. Те, такие классы, как шипы, я, мах, должны лосать постоянно. Так, типа, драться. Бился. Ну он.
Я тоже хочу. Тяка. Так там ДК говорил писать. Ты вообще сегодня Тяка победил хоть раз? Ликса победил. Но это не засчитали. Кек? Так, потому что я в ПК настоял. Ну так, самому смешному кек. Так сейчас что, кто, за R1 будет драка или как? Кто без разницы? Ну давай, давай я с ним поделюсь. Галадон. Фуповый маг против HS Роги. Годно. Если что, ну, ладно, я просто был не против, если что с ним. Ликс, вот сейчас успокойся. Ты меня только что заопенил, будучи вот здесь. Вот так и это моделька. Это моделька, которую я даже застанить не мог. Ну да. Вот ты меня прям опенил вот здесь. Это баг сервера лов трогами, когда они в английском. Это просто превосходный сервер. Это не только с рогами и с друидами тоже. Да, со всеми поясни виз. Я вижу, не без разницы.
Я дебил. Я не нажал кнопку. Ну, у Лакрима поменьше шансов, там некротик есть. Да я могу пробовать. Я могу пробовать. Типа, чё, один фиг я уже сливаю. Нет, ликс. Не, да я ему сейчас урон даже не нанесу. Он фулл рез, пацан. Так, Лёха, ну-ка попробуем и демоном. Да, я его выиграл. Да, я только с одним этим дрался. Я с рейтерком дрался, с ДКшником. Там же два ДКшника, я с Лакримом не дрался. Ну, с Лакримом. А где он? Не вижу. Паре. Секрет.
Ну, все правильно. Ликс, да как так-то? Что это за имба такая? Дроги. Это мой мейн спек, привыкай. Вот просто он ВП вот вообще бесполезный. Поэтому пойду дайстрика. Кош, серьезно, кош. Я так тоже уже 4 победы удержал. Вот ты, Леха, прям жесткий. Годуэль. Еще раз. А, я думаю, я локу кину.
А поскольку дал? Поскольку дал им? Я понял. Ну да.